Наибольший интерес вызывает ипотека под 4%. Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Старожук поделился результатами партнерских программ с банками. Напомним, благодаря такому сотрудничеству квартиру застройщика летом можно было приобрести с ипотечной ставкой 0,1% годовых. Сейчас минимальная ставка 1%. На таких условиях могут получить жилищный займ клиенты компании. Для застройщика схема выглядит так. «Сибпромстрой» субсидирует банку разницу между реальной рыночной ставкой со стороны финансовой организации, которая выдает ипотеку на приобретение квартиры, и той, которая прописана в договоре у покупателя. Человек берет кредит в этом банке, дает нам деньги, а мы обратно банку возвращаем. Ну, то есть мы, вариант, нашим покупателям предлагаем три варианта. Или 6, или 4, там, или 1%. Наибольшим успехом, так скажем, наибольший интерес вызывает не 1%, а 4%. Такую собственную систему сниженной процентной ставки на ипотеку компания ввела, потому что «Сибпромстрой» не входит в список застройщиков, чьи квадратные метры можно приобрести с помощью государственной программы, то есть по льготным условиям. Однако Николай Старожук отметил, что специалисты фирмы с этим вопросом работают и недавно были на приеме у заместителя министра финансов России. Поэтому есть шанс, что компания войдет в список аккредитованных государством для выдачи именно субсидирования ипотеки. Замминистра финансов Российской Федерации 45 минут наши специалисты были на приеме, значит, все показали, все рассказали. Ну, надеемся, в ближайшее время, значит, это недоразумение, скажем так, будет разрешено, и мы, так сказать, будем, значит, как пользуются льготой, как все,